Всем добрый день. Мы идем по делам. Я уже миллион раз говорила, идем заменять Диане документы. Подготовились, все. Теперь движемся. Мы, конечно, раньше вышли. А я вот думаю, выключила ли я чайник. Дианка, я выключила чайник? Я не знаю, я туда не буду. Да, ашки. Чай данный капотин. Він капотинний. Вот чем ты об этом вспоминаешь? Скажи, пожалуйста, можешь спокойно идти? Диана Бакачак, Диана, сходи ты. Ашкым, Бекле. Блин, я не помню, но я, кажется, выключила. Твоя вина. Ну, моя вина, у меня-то утюг, понимаете, тут чайник, я там просто чайник грела. И когда это, блин, забыла. Прогулку, когда мы выехали, мы, блин, тогда далеко туда жили от центра, мы туда доехали, и ты ходила, ты все в дорогу мне говорила, я забыла выключить, я забыла, сейчас приедем, дом сгорит, коты умрут, я помню, ты это мне говорила. Ну, мне казалось, что я забыла выключить этот утюг. Вот, понимаете, когда ты не держишь в голове, что ты выключил, все, обычно я помню эти действия. Да я знаю, что я его выключила, но просто я не помню вот этого вот поворота, чтобы конфорка потухла. Я просто этого не помню, вот вылетела из головы. Ты наливала, ты, скорее всего, выключила. Ну да, коль я наливала, я выключила. Этот где? А он влез. Я же взяла, я купила термос и вложила чайник. Видите? Это же он, наверное, не-а. На плечах вообще легко. Взяла этот. Чай же сильно подорожал. Мы с Дианой тогда в торговом центре пили по 7,50. А когда ж халву ели, прихожу, она говорит, 12,50. У меня чуть глаза не вывалились. Я говорю, как 12 вчера пили по 7,50. Ну, подорожало. Думаю, ладно, попробую такую практику. Ой, господи, извините. Говорит, что это типа старое какое-то кладбище. Что за кладбище? Что там пишет? Салам. Так салам. Говорит, сколько здесь было землетрясений, и оно, говорит, стоит. İçinden ne var? Mezar mı? Kim orada yatıyor? Кладбище, говорит. Старый район. А гириш вар мы? Нерде гириш? Бура. Ama şey çok enteresan. Oralarda nokta nokta var. Niye evet. Kuşunu sıkmışlar değil mi? Говорит, что это здание как такое вот. Покоцанное, говорит, какими-то точками. От чего? Так, вот это здание. Мы пришли сюда. Сейчас будем заходить. Диана, который час? У нас же на 2 ашкы. Час. А, так у нас еще целый час. У нас еще время дофига. Да, здесь, видите, маленькие домишки. Нету многоэтажек. Ну, таких высоток. Эвет, эвет. Мне нравится вот такой, вот видите, издалека. Это так выглядит. Вот такие старые дома. Вот этот рыжий дом. Он вообще весь облупленный. Ашкем. Каймаклы. Так, отсюда мы пришли. Там вот нужно взять, Ашкам стоит, номерок вперед. Мы здесь присели, у нас еще целых полчаса, поэтому будем ждать. У них здесь был перерыв, поэтому все потихонечку стекаются. Номерок берем и вперед из песни. Ну, в любом случае, мы уже записали. Кстати, мне пришла смс-ка
что типа сообщили, если вы не придете на эту встречу, то в течение, по-моему, 14 или 15 дней вы не имеете права записываться на рандеву. Только по истечении 2 недель, типа, мы сможем снова сюда прийти. Все, все уже сделали, все придали нам здесь. Это придет этот, карта придет домой по почте. Ай, насмешили. Вот я по траве не хочу ходить. Чего не пошли по траве, по газону? Не ден бура я гидти на шкым. Ну, раз мы прошли, раз они, и потом будет это. Истоптанная трава. Ну, там, мам, давай эвешкем. Ой, хорошо, мы тут посидели. Сейчас, Диан, сейчас. Парк такой, елочки, елочки, деревья. Вот нашли даже, представляете, скамейку в тенечке. Я позвонила в посольство. Сказали, если вам никакая смс-ка не пришла о том, что рандеву отменилось, то значит все в порядке. Поэтому мы 8 числа будем ехать. Вот. Не знаю, что они там обсуждают. Короче, мы куда-то думаем, куда-то направиться. Муж мой суток, нужно немножко походить. Потому что, ну, чтоб он это... Часик-другой. Потом уже придем, посидит, да спать пойдет. Сейчас, может, немножко расходится. Так получилось. То я работаю, то он работает, не совпадают дни, чтобы сходить. Ну все, это дело уже самое крупное, которое у нас было, закрыли. Теперь крупное дело мой паспорт. И дальше уже будем решать, нужно Диане восстанавливать украинские документы. Ну, на самом деле, таких крупных дел много, просто... И с Дианкой это нужно в Украину ехать и там решать. Мы вышли сюда, где мы, нам казалось с Дианой, что мы в прошлый раз потерялись. Но на самом деле мы не потерялись, а правильно шли. Вот Ашкым предложил мне туда пойти. Там, ну он говорит, в те времена, когда он жил, типа продавали это всякие разные потроха. Я имею в виду там язык, печень, то все. Предложил посмотреть. Говорит, хочешь? Говорю, Гоша, хочу. Поэтому пойдем посмотрим, продает, не продает. Просто тупо топчемся. Гуляем по городу. Ну, с ним-то хорошо, он-то дорогу знает. Поэтому рассказывает. Скибина. Дом Ататюрка и так далее. Кстати, вот то, что он сказал, церковь, ой, не церковь, а мезар, кладбище, да, вот они, вот этих вот всяких разных, не знаю, как их назвать, таких вот домишек, здесь очень много. Хлебушек продает, свежий, наверное. Килим, каштаны, очень много каштанов. У меня такое чувство, что... Как это? Я по Киеву иду, если честно, если бы не это. Не мечети. А вот это что-то типа, знаете, вот как рыбный рынок, так и здесь вот всякие разные. Вот ишкембе, из которого суп делают. Всякие разные трубы. Буневи? Я? Фу, выглядит, конечно, вот ишкембе, из него суп, кстати, варят. Я его люблю. Здесь что? Куриные крылья. Карачка по 48 лир. Понятно? Боже мой, ты посмотри, что здесь. А, это для... Понятно, для котов. Для собак продают. Я думаю, что тут так воняет. Это вот эти, наверное, эти копыта. Вообще... Так я видела, наверное, что от них и запах. Все как-то позаветренное такое. Студия на столе. Ну, накрыто, да. Вот то, что не накрыто, я не знаю. Я похожа очень на легкое, может быть, это легкое. Буней? А, Джире, я же сказала легкое. Ишкембе.
Ладно, пошли дальше. Что, пышь дикарь? Это хвост. Там видите хвост, а это я не знаю тоже что. Ну, ну какой-то чуб. Шеме надо вот чуб. А напомни, как переводится? Здесь все куриное, а здесь вот. Это я так понимаю. Килли пача дюнзе. Килли пача вот это делают. Видите, почищенные. Язык. Дильный кадар. Дильный кадар. И киюз. А, 200 лир. 200 лир. А там бубас. А что это красное? Вот это? Я думаю, что это... А, далак. А что это? Это... Господи. Блин, подожди, сейчас вспомню. Это помню. Это хвост трубленный. Господи, мозг хочешь? Уймень, да? Это... Сейчас вспомню. А, мозги. Ну, здесь прилично все выглядит. А то эти бычьи яйца. Это вот это, скажи, бёбрек. Кожа на говно. Сердце. Бёбрек. Бёбрек. Колокола. Ну, в смысле, эти яйца бычьи. А это вот легкая. И опять же, ишкембе. Понятно? Вспомнила, далак это селезенка. Вот, вот тоже селезенка. И киюз. Эвет бенести румтиль. Колоколаны кадарашки. Почу. Что делать? Килограмм 40, вроде. Килограмм 40 лир? Нормально. Честно, но я даже не хочу. Что ты тогда спросила? Я думала, ты хочешь. Да, ну, потому что их не ел, есть не хочу. Так же, как и мозги, я такое даже не могу представить себе. А что там только два мозга получается? Ну да. Два полушария, правая и левая. Короче, берем язык и вот фарш. Фарш 180 лир. Килограмм. Вообще цены, конечно. Язык, а язык 200. Ну, это самая приличная такая лавочка. Здесь ничем не воняет. Прям таки хорошо, комфортно. Ну, находиться, несмотря на то, что, ну, как бы... Это понятно, что... Ах, сердце, то все, ну, а что делать? А я хочу сказать, что здесь вот куриные эти штуки. Смотри, Диана, они гораздо дешевле. Скажи. Например, карачок 50 лир, чурбалык 7,50. А он в Биме стоит 12 лир, ну, приблизительно. Что 12? Килограмм. 12 килограмм? 12 лир, да. 12? Да. Да, да, это 7,50. Как килограмм может? Ну, Диана, это спинки. Это спинки на супы. Вот, пожалуйста, тебе будто карачок вот эти вот, 63,70, тут вообще дешево, ну, в отличие от маркета. А это типа грудка? Флота? Да, да. Это, наверное, филешки. Ну, вообще, дешевле гораздо. Шкин, вот это хау джус. А у стену? А. А у стену гюз. Глянь, шеи, я никогда не видела шеи, чтобы продавали. Флота, ну и, в общем, здесь, видите, здесь тоже приличные прилавки, в отличие от тех, где вонючие. Ужас. Лицей. Какое-то старое-старое такое здание. Ну, Ашкам говорит, что раньше тут... Ну, что-то здесь есть. Кайсери Лисеси. Кайсери Лисеси. Да. Видите, какое дерево, какие-то листья красные. Пошли спрашивать. Не бассейн, а это фонтан. А, вот, выяснили, это музей. Что-то продается. Что же? Не знаю, это что-то. Несатыр ларышкам. Мне сразу интересно, что это. В музеях продают. Вот, разные открыточки. То все. Буны. Буны. А, это этот. А, ну да, здесь недалеко вот эта вот церковь. Копилка. Калимик.
25 лет. Вот такие вот кружки, ну и магнитики. Магнитики что это, правильно? Ну да, тяжелые. Подставка. Аир. Мы людьми, поняла? Да, там вон эти восковые фигуры сидят. Меня напугал просто. Мы здесь присели поужинать. Время уже 4 часа вечера, как оказалось. И, ну, я бы дома поела, но люди хотят. Ну, не то чтобы. Шкем захотел, ну, давайте. Вот выбрали такое место. А, сейчас типикал покажу, что... Я бы сказала. Да. Здесь так, ну, чисто вот такой вот столик. Видите? Вот так вот Дианка сидит на таком стульчике. Ну, даже, типа, вот так вот. Угу. Вот, и сейчас нам принесут. Так, вот это я заказала. Значит, хлеб внутри, помидор, котлета, кёфте, сивас, кёфте си и зелень. Вот это вот и все. Ну, не знаю. Будем пробовать. Так, тут еще подкладывают нам, это, я так понимаю, чеснок. Тут есть сразу, надеюсь, вижу. Это не очень остро. Ой. Чеснок, и вот такой вот салат. Чеснок. Есть чеснок? Острое, капец. Почему? А чеснок есть? Да, конечно. Да, острое. Ну, не такой уж прям, как Диана закричала. Да мне очень. Это вам принесли. А у них же другая немножко еда. А мне вот, видите, вот такое. Поэтому мне даже вилку не дали. Так, вот это Дианкина. Эшкин. Одинаковое взяли. Рис, боже. Курица. Аджи, я думаю, Диана, да. Берешь его. Ну, не точно такой взял. Ой, боже, я чуть-чуть взяла. Все, весь рот в этом. Точно такой. Весь рот в чесноке и печет. Ладно, будем кушать. Мы уже пришли домой. Я тут, ну, представьте, столько ходили-ходили. На улице ведь жарко. Я тут уже это... Поставила вариться язык. Очень хорошая такая у мужчины лавочка. Все чистое. Мясо все свеженькое. И вот что я заметила, язык очень чистый. Вообще вымыт. Ну, как бы отлично. Супер. Вот такой я термос купила, покажу вам. Вот такой пингвин. Хорошо, очень хорошо держит. Написано до 12 часов. Но 6 часов держит вот прям горячий. Больше я не знаю. А это держит.